Привет всем! Это видео я сняла по многочисленным просьбам о тычинках. И раз я выращиваю самые волшебные цветы, то все детали должны быть неповторимы. Так как сами цветы невесомые, я считаю, что тычинки должны придавать легкость и радовать глаз. Поэтому я делаю нестандартные тычинки. Абсолютно все мои цветы разные, я не создаю копии. То же самое и с тычинками. Каждому цветку я подбираю определенные бусинки разного диаметра, разного цвета, разной формы. На данный момент на рынке их представлено великое множество. Сделать такие тычинки легко. Понадобится проволока диаметром 0,3 или 0,4 мм. Зависит от размера бусинок и нужной длины тычинок. Чем толще проволока, тем лучше она держит бусинки. Конечно, от этого и зависит вид самого цветка. Также нам понадобятся тонкогубцы и ножницы, тейп-лента, цвет подбирается под цветок. Приступаю к сборке. Тычинки готовы, теперь их затейпируем. Спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу.